Ассаламу алейкум, дорогие друзья! В эфире шоу The Nebel Fell Дагестана. Совсем недавно, буквально вчера, завершился чемпионат России. Я думаю, нужно начать именно с этого, в городе Сочи. И наш Умуд из Махачкалы стал чемпионом России. Давайте похлопаем нашим парням. Не просто стал чемпионом, а очень убедительно обыграл всех своих соперников. Практически в каждом матче были разгромы, ни единого шанса. У нас в студии главный тренер Умуда Камиль Шалапов. Камиль, за счет чего получилось вот так вот легко стать чемпионами, а показалось, что действительно получилось легко это сделать. Почему спрашиваю? Потому что перед этой Россией мы с тобой разговаривали, и вообще все ребята, наверное, говорят одно и то же, что по составу команд этот чемпионат России, он даже где-то посильнее, нежели тот чемпионат, который проводил Российский футбольный союз. Спасибо всем за поздравления. Мне даже тяжело ответить на это. Вот почему так легко произошло, потому что... То есть ты согласен, что было действительно легко? Знаешь, если быть, не брать и так далее, именно в играх то, что было, да, было легко. Но мы смотрели на соперника. Вот, здесь были ребята у нас в команде, которые недавно, месяц назад были на чемпионате России, там федерация, которая создала. Mm-hmm. И они же видят уровень игроков, видят уровень игроков КФЛ, который весной был. И они видят, что приехали игроки не только те же самые, но еще и посильнее, побольше, потому что отдых был у ребят. То есть ФНЛ и вторая лига, да, закончила свои чемпионаты, и после отдыха набрались там. И мы видели действительно, что сильнее и сильнее там много команд. Ну, я не знаю, брать, ну, даже если финал взять, там в девятке мячи все залетали. Я думаю, Аллах нам уготовил, ну, мы причины создавали, мы на каждый матч настраивались, и мы играли в свой футбол. То есть у меня каждый игрок практически лучшую игру выдавал. Я не знаю, Муслимова я раньше, у меня в команде он не был. Да, я нервничал первый матч, два, но потом я получал удовольствие, и думаю, все получали удовольствие. Также каждый игрок там, от вратаря до нападающего. И, альхамдулля, я думаю, за это нам Аллах, да, дал в этот раз. Шалапов, пока микрофон остается у тебя, Мураду Хамидову у меня вопрос. Как только Умуд стал чемпионом России, сразу пошли такие вот разговоры, а где, собственно говоря, Умуд, да? Ведь не Умуд стал чемпионом, а это сборная мира, да? Это и Карим Гераев, Легион, там, Муслимов и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Из Иглс очень много ребят. Неоднократно мы уже обсуждали этот вопрос, но вот здесь, мне кажется, вот этот стал, он был каким-то, ну, сверхгалактикус просто, да, и не выиграть они не имели права. А вот это суждение о том, что где-то, наверное, принижают даже немного, как мне показалось, да, цену этой победы. Вот я знаю, что ты тоже имеешь, да, отношение какое-то к Умуду, ты там у них в штабе, вот поэтому всему... Правильно ли сделали, что именно вот такой состав, вот так ехать и побеждать, или же все-таки, как Юлдуз на своем составом, ехать и проигрывать? Ну, я сейчас не как представитель, да, я как бы даже вот, будучи там организатором команды «Шадра», да, там, помогая ребятам в Умуде, я все равно остаюсь как организатор, один из организаторов ЛФЛ Дагестана, это всегда выше. Поэтому я мнение скажу. Здесь на прошлой передаче Рустам Рамазанов по поводу заявки говорил. Если вам позволяют заполнить заявку, заполняйте. Если правила турнира позволяют сборную мира собрать, почему этим не пользуются? Это во-первых. Во-вторых, все команды туда... Посмотрите, ЦДК, когда выиграл две подряд континентальной футбольной лиги, там играли Белялединов, Оленичев. Ну, не, может, не Оленичев, там, ну, Тихонов, да, такие легендарные футболисты. Эта команда там в внутреннем чемпионате Москвы, да, там, Запад или где они там играют, таким составом не играла. Все команды играют вот так. Мне самому было бы интереснее, чтобы на всех внутренних и региональных турнирах были более-менее, вот как в Лиге чемпионов, да, заявки похожие. То есть ты можешь 2-3 человека как-то поменять, это было бы интереснее гораздо, потому что, да, какая-то проблема возникает, завтра, ну, в воскресенье Умуд выйдет на поле, и там будут ребята, которые чемпионат России не выигрывали, но в статусе чемпиона России. Такие, ну, это такая мелочь, на которую можно внимания не обращать, поэтому я в первую очередь, я был очень рад, когда вот там есть фотография, где Муслимов, Гаджимагомедов, Богатырев. Ну, те, кто в прошлом году выиграл, не в прошлом году, это было, да, или позапрошлом, кто выиграл,
чемпионат России в составе Наполи, уже двукратные чемпионы, да. Там я очень рад за Ильдара и за Каму. Ну, для меня, например, ну, самые главные люди, вот, как бы, кто эту команду сделал, вот, они и выиграли этот чемпионат. Мы вот так, наверное, должны воспринимать это все, а не с позиции того, что там, сборная мира или не. Ну, правила позволяют, почему бы этого не делать. Да, конечно, интереснее было бы, чтобы в межрегиональных всероссийских турнирах команды выступали теми же составами, которые играют в своих внутренних чемпионатах. Я помню, Рамазан даже предлагал это, вот такое правило внести, но почему-то не получилось там, по каким-то причинам, наверное. По каким причинам, Рамазан? Я добавлю. Да, я не знаю, кто так говорит вот, про сборную. Ну, часто люди бывают, которые там, обесценивают там, чужие как бы, победы. Я об этом даже не задумывался на самом деле. Потому что, прежде всего, выиграла там дагестанская команда. И я хочу сказать, на самом деле, хорошо, что отметил Эльдара и Камиля Мурат. Потому что вот я бывал на этих турнирах. Я знаю, как там сложно. То есть одна и та же команда может поехать на, там, на разные турниры одним и тем же составом, но с разным руководством. И дать совершенно там, другой результат. Да? Потому что едут любители, тем более едут в Сочи. Да, там много разных соблазнов, то есть команду нужно собрать, организовать, подготовить, замотивировать, да. Поэтому я вот Камиля хочу отметить, да, потому что вот мы недавно вот, мы обсуждаем там роль тренеров, у нас есть там разные тренера, да. Не сказать, да, что он именно в плане, какая-то у него школа есть именно тренера, да, но благодаря своей коммуникабельности, благодаря своему нраву он сумел этих людей собрать и так, чтобы у них не было между собой каких-то конфликтов, и чтобы они, ну, направил их на победу так, что реально это очень легко смотрелось. Хотя по именам вообще там крутые команды играли, которые до этого побеждали, да. Поэтому гордимся, поздравляем. Я еще добавлю, секунду, да. Ты преувеличиваешь, брат. Спасибо. Почему? За лестные слова. Я скажу, в чем дело. Вот, как вообще инициатор поездки был Муслимов. Вот, у него получалось пару игроков там, да, зацепить хороших. И у нас как пошло? Самое важное было создать костяк благонравный. Муслимов был инициатором того, чтобы Умуд поехал. Муслимов идею закинул, я свободен, типа. Ну, не только он, имеется в виду. И еще пару вариантов было, да. И, знаешь, было очень важно собрать костяк хороших игроков и братьев, которые крепко держатся за веру в Аллаха, да, благонравных, у которых есть вот эта стойкость, которая там не зависит там, от денег, от чего-то, чего-то первым делом, которое вот, да, есть ну, такая чуть крепкость у религии. И аль-хамдулля, эти 5-6 человек эту команду и дальше собрали, и все пошло. Вот поэтому я думаю, Рамазан там. Да, мне нужно было просто вот найти кого-то там, и дальше оно само пошло. Да. Кама, тебе вопрос такой. Я вот смотрю, вот Рустам, не Рустам, Карим Гирай там идет с лучшим бомбардиром, у тебя в основе выходит Заур Садаев, потом выходит Карим. Ну, как тебе удалось двух таких реально мастеров совместить в одной команде, чтобы они играли столько, столько, сколько им отводилось, и при этом приносили результат? Честно, я не знаю. Вот одна игра была. Я говорю Зауру, это, ты готов в основе выйти? Он мне говорит, а он не обидится. Я также отдельно подхожу к Кариму и говорю, Карим, ты готов в основе выйти? И Карим говорит, не, давай да я замену, пусть он с основы. Понял? Алхамдулилля. В общем, все было на братском взаимоуважении, да? Я думаю, из-за этого и шли так легко победы. Я не знаю еще, что-нибудь, как можно на это ответить? Не, я бы тоже добавил бы, уверен, что переход Магомеда Муслимова в Иглс положительно сказался на коммуникации Камиля Шалапова с Магомедом Муслимовым. Как сказать, Муслимов, Муслим тоже, да, мой коллега, очень большие, громкие имена Муслим, они собрали, и перед отъездом, ну, там небольшой сюжетик снимали, как раз таки с Шалаповым, с Нагиевым, да. И они тогда мне сказали о том, что никому ничего не платим. Собрали парней и сказали, едем просто за победой, нету денег. Это правда, как ты думаешь? И если это правда, да, то вот этим парням, Муслимов, Богатырев, они в этом футбольном мире видели все, что угодно. Да, бывали где угодно. Те же парни там, из Легиона. Да, вот зачем тогда им это? Рустам, ты самый сложный провокационный вопрос, короче, на мне оставил, да, спасибо большое, конечно.
Ну ладно, попробую ответить, раз этот вопрос мне задали. Я думаю, Хамидо тоже потом поддержит и свою точку зрения озвучит. И представители команд тоже, например, Марат, у которого бюджет тоже один из самых больших в лиге. Ну, по поводу денег. Первая команда, которая начала не то чтобы скрывать, а умалчивать о том, что какую-то часть там денег там, да, или может какое-то поощрение материальное получают, это Eagles. Для меня всегда была загадка, почему Eagles. И так все знают там, да, в нашем сообществе, группе, что Eagles какую-то там, не знаю, помощь оказывает материальную своим футболистам, потому что это топ-команда. Они борются за самые высокие места. Ну и будем откровенны, это не самая бедная команда тоже. И вот такая же аналогия теперь прослеживается с Умудом. Не понимаю, почему люди, которые там, если платят они игрокам, это скрывают. Ведь это поддержка здорового образа жизни, потом репутации нашей лиги, это помощь нашим молодым ребятам, которые могут заработать. Может быть, у них внутри вот, сообщества лиги, да, между игроками, тренерами, какая-то там какие-то терки есть, недопонимания, там, или у них есть смысл скрывать друг от друга, сколько они платят. Но я считаю, что это должно быть прозрачно, открыто, и нужно говорить, вот мы заплатили, мы помогли ребятам заработать. Это, конечно, не стоит во главе угла, но тем не менее, и победа есть, и люди заработали. Разве это плохо? Вот ко всем представителям. Да, вот почему ты скрываешь? Я, во-первых, не скрываю. Ну, здесь зачем додумки и так далее? Здесь первые лица команды сидят, можно и у них спросить. Во-первых, насчет оплаты и так далее. Ну, как бы, кому платим или не платим, думаю, наше дело. Не то, что мы скрываем. Может, мы, я не знаю, миллион ему дадим. Мы не хотим это озвучивать. То есть это остается между нами. Ну, я думаю, это особо не должно никого волновать. Как говорится, никого не обидим, да? Это первый момент. Насчет сборной мира тоже хотел добавить. Вот, говорят, все собрали сборную и так далее. Там-то был и наш костяк. Ну, давайте посмотрим на то, что эту сборную мы и здесь бы собрали. Просто есть у нас Eagles, да, Али Гайрбекова, у которого мы, ну, не хотим брать игроков, как бы. Дальше есть Наполи, с которой не хотят игроки уходить. Есть Сирона, с которой не отпускают. А поэтому, ты имеешь, что сборную собрали для выступления в Суперлиге тоже, да? Мы бы здесь тоже их собрали. Ну, соберем еще со временем, да, потихоньку. Ну, вот опять же, а что много взяли, что ли? Только точечно усилили все свои позиции, вот и все. Да, я еще хочу сказать, почему мы так перешли от такой хорошей темы, от братской темы в сторону вообще денег? И стало холодно, мне стало холодно от этого разговора. Денежную тему закрыли. Ну, как бы наоборот. Может, потому что денег нету. Не знаю, деньги-то есть. Не, можно я денежную тему закрыть? Просто так круто, классно все, да. Сегодня как раз мы в группе обсуждали, да. В медиагруппе, значит, этой темы. Да. Типа, если в лиге платят, да, какие-то там 5 плюс 5, 3 плюс 3, тогда там в России должно быть там еще больше. Я объясню, что я в принципе верю в теорию, что можно поехать без особых там оплат. Почему? Во-первых, туда поехали две команды, у которых там в заявке 15 человек было, да? 15-20 человек, ну, грубо говоря, 30-40 человек могут поехать на этот чемпионат России. В республике там человек 200, наверное, играет хорошо в футбол. Это большая конкуренция. Поехать в Сочи, отыграть в хорошей команде, которая может выиграть чемпионат, выиграть вот этот кубок, там, прожить определенное количество времени в хороших там, отелях, да, я не знаю, там условия, надеюсь, хорошие были. Как бы это тоже мотивация своего рода. И турнир выиграть, и с братьями провести поехать, время. Поехать погулять, мир увидеть, Сочи увидеть, да? Ну, как бы дополнительно, да. Я понимаю, у кого-то есть работа, откуда могут и не отпустить. Но я думаю, на такое благое дело и работодатели отпустить. Поэтому я верю, что как бы можно поехать туда за меньшую какую-то оплату, потому что, ну, здесь, как Ильдар сказал, есть Eagles, Наполи, там много команд, большой, как бы... Есть куда пойти, и ты можешь выбирать. Я когда зову Шадраду игроков, которые на замене сидят, да, я говорю, давай... Ты уже раз пять сказал Шадра даже. Ну да, он же для этого сюда пришел. Я пришел для этого, да, чтобы... Команда во второй лиге играет, успокойся, чемпионат России обсуждаем. Индекс цитирования, чтобы рос у команды. Не, я к примеру говорю, мне сразу говорят, а сколько ты заплатишь. Почему? Потому что есть команды там в премьер-лиге там во второй половине, которые могут там хотя бы 1000 рублей заплатить, да. Не, ну это хорошо, да, что игроки зарабатывают, что раньше не зарабатывали на футболе. Но если вы слышите, не платят деньги и так далее, не надо, почему и так далее, сами тоже скиньтесь, да, все чемпионат России выиграли. Общими усилиями, да. По поводу, да, вот денег, когда, да, команда выезжает, мы всегда говорим, да, команда очень большие деньги тратят уже, да, на выезд. Там немалые деньги уходят, да, там.
И поэтому мы всегда игрокам говорим, что команда на себя берет все расходы, да, от переезда, да, там, любые бытовые, да, вопросы, все, да, как Мурат сказал, гостиница, там, питание, да, все на уровне. И плюс футболист может себя показать, да, на хорошем уровне, да, тот же, да, например, да, уже Басу заметили, да, например, да, и другого такого же игрока могут заметить, да, и вызвать, ну, сборную, да, или, ну, другие футбольные, ну, вырастет, да, может футболист, да. Поэтому, я думаю, здесь никаких вопросов не должно быть, да. Вот команда «Юлдуз», например, да, не платит деньги, да. Там, ну, если там бывает крайний случай, там, или по кому работе, не платят, да, деньги? Там. Эй, Марат, я помню, ты даже для Рате деньги платил, но хотел платить. «Юлдуз» деньги не платит? Куда это? На чемпионат. В смысле, куда? За газ, за свет? Нет. Игрокам, конечно. Нет, когда выезжаем, да? Не платит, да? Нет, нет. Махач Нургамза бесплатно идет? Он ананас уже или что? Нет, никому не платит. Вот сейчас будет исключение, да, одному, по одному футболисту. Братья, я предлагаю, если вот люди сказали, что не заплатили, зачем вы начали ковыряться? Нет, мы же не говорим, что это плохо, не хорошо. Нам, далее, вот, да. Муслим сказал, я поддержу. Мы не понимаем, зачем это просто скрывается. Да? Не, мы заплатили, сказали, да, нет, мы заплатили, 100 штук заплатили Муслиму, чтобы он приехал. Нормально же, мы нет, я только рад буду за него. Не, но у наших людей чуть менталитет сложный, я думаю, поэтому можно понять. Да, ты не, иногда, я думаю, ты знаешь, говоришь А, тебе говорят, что ты сказал Б, да, и с тобой хибишу, и такое тоже может быть. Мы же не скрываем, брат. Вообще разговор начался с того, что скрываем. Мы не скрываем, я как есть сказал, у нас не было ничего за поездку. Вот сейчас из-за того, что выиграли, там, вот это, сказали, две бумаги на команду кинут. Как есть, в принципе, да. А так, зачем, я не обманываю, не знаю, почему люди, может, привычка у людей, у кого-то что-то не доверять и так далее. Но, альхамдулля, ну... Поэтому у нас и четко так все в команде, потому что все идет, да, открыто, без обмана. Конечно, хочется, Россию выиграли. Еще вы бы видели эти составы, да. Действительно, я иногда думаю, там ляма тоже мало, по-моему. Мухаммад Муслимов, инициатор, оказывается, этой поездки. Ты как аккуратно с Наполи выигрался, оттуда Умуд. Но вопрос не об этом. Помимо Умуда на этом чемпионате России играла еще одна наша команда, Эльбин. Да, Умуд встречался с Эльбином, обыграли их. Я смотрел игры и Эльбина, и Умуда, Мухаммад, и у меня вот, лично у меня сложилось такое впечатление, ну, немного такая схожая ситуация с чемпионом России, который выигрывал Наполи, там вы обыгрываете Алиф, становитесь чемпионом, здесь Умуд обыгрывает Эльбин и становится чемпионом. Если бы не Умуд, Эльбин забрал бы этот чемпионат по их игре, ты был внутри, ты видел, ты играл против них? Я думаю, полуфинал был бы очень сложный у них с этим... Уральцы. Да, вот если они их прошли, я думаю, финал они, скорее всего, зажали бы. То есть все-таки Умуд был гораздо выше Эльбина по игре? Да, не сказал бы. Если честно, игра с уральцем, может быть, она со стороны показалась какая-то, ну, как-то легкая по счету. Но, поверь мне, очень сложно было играть, потому что лично у меня просто голова кружилась. Даже я когда просто стоял. Все время движения, физически очень сильные парни. Старались борьбу не уступать. Как бывает, когда против кавказских команд играют, чуть-чуть боязнь бывает у там, русских ребят против нас играть. Но это не та команда была. И я просто многих ребят там знаю, которые играли по профессионалам, кто играет, кто играл в первой лиге, кто до сих пор там играет. Но очень сильная команда была. Вот. И тот же, даже если мы возьмем в совокупности Барс, который вылетел там, в 1/8, наверное, поверьте мне, тоже... Ну, именно вот если взять там групповой этап, они, у них очень сильная группа была, тот же вот этот кабардинская команда. И чтобы вы понимали, в этой кабардинской команде, ну так как я во второй лиге нахожусь как тренер, там как минимум 6 человек было со Спартака Нальчика. То есть один, который... То есть не один Умуд был таким, да? Нет, какой Умуд? Там, если честно, там поинтереснее были игроки. У нас что? У нас ребят, у нас Али Гаджибеков, который уже 10 лет назад футбол закончил. В премьер-лиге там поиграл, чуть обманул футбол. Потом, кто у нас? Карим Гераев, который в совокупности, может, там 500 минут сыграл в первой лиге, у которого талант просто бешеный, которым он, ну, не пользуется. И кто? И, ну и Садаев тоже. Сказать, что он прям в премьер-лиге тоже поиграл. Ну, опытные, конечно, ребята, конечно, в порядке. Ничего не скажешь. Да, но тоже Садаев, я уверен, что он вообще, ну, даже не тренировался, ничего, он просто приехал на турнир. А вот защитник был потом, признали лучшим. Амаров, да, по-моему? Мурад Амаров. А, Мурат Амар тоже человек, вторая лига. Вторая лига, в принципе, там все были, потому что была пауза, перерыв, большой перерыв сейчас во второй лиге. Из-за этого даже вот этот турнир, я когда я слышал, Кама что-то хотел, я говорю, вот такой турнир есть.
Вот, и я могу пару ребят, и, например, Ахмаду Магомед Камилу тоже благодарен, что он отпустил того же Алила, того же Рустама, основных игроков «Легиона». В общем, самая сложная игра для Умуда была с «Уральцем» в полуфинале? Нет, самая сложная, я думаю, это все-таки была с «Тандемом». Не для меня лично, а вот для команды. Для меня лично, если честно, не знаю, почему с «Успенской» командой тяжелая для меня игра. Может быть, психология сыграла, то, что мы уже вышли с группы. Но я не верил, что они нас могут 3 мяча выиграть. Вот мне с «Успенской» было почему-то тяжелее всего. И последний вопрос тебе. Когда Муслиму было сложнее выигрывать чемпионат? С «Наполи» или сейчас с «Умудом»? Сейчас «Умуд» этот. Я думаю, первое. Первое? С «Наполи» было сложнее? Да, с «Наполи» было сложнее. Тут, знаешь, тут было совокупность игроков намного сильнее. Но именно командные игры, я думаю, вот наша Россия, именно первая, которая проходила в Сочи, где мы играли, они более как-то сыгранные, что ли, были, более подготовленные, будто у них время, может, больше было, я не знаю. Но именно по составу игроков, ну, поверьте, даже КФЛ даже близко не сравнится, то, что, потому что я знаю, кто то, играл. Да, да, то, что сейчас было, потому что мы приехали, и мы думаем, вы говорите, например, о деньгах. Там интересно, например, какая московская команда. Вы что, понимали, я не буду говорить название команды. 50 тысяч просто приезд туда. 50 тысяч за победу. Каждому? Просто, да, каждому. И, может быть, не каждому, пару человек, которые я там слышал. Вот 50 тысяч рублей и за победу. Выход с группы. За победу 5 тысяч рублей, за выход с группы 10 тысяч рублей. Какая-то команда, другая, тоже название не буду называть, за ноль пропущенных бонусы дают прям после игры. За больше 5 забитых голов бонус дают. Ну, им такие деньги дают и... Я даже не помню, когда московская команда что-то выигрывала. Или питерская даже та же. Ну, у них намного больше денег, по сути дела. Ну. Так что та же команда слабая. Ну, привезли там Глушакова, там, кто там еще был, Газданов, Ещенко. Ну, все равно, как я понимаю, все равно больше характер играет. Мастерство, конечно, но если у тебя характера нет, у тебя интереса нет, у тебя желания победить нет, веры нет в то, что... Ну, тебе, что тебе нужно подготовиться, то, что вера Всевышнего, когда нет, то ничего не поможет. То есть, так. Я думаю, сейчас в ходе этого обсуждения, да, мы дали ответ всем тем людям, которые говорили о том, что вот Умуд собрал сборную, это не та победа, не то, не сё. Вот такие люди были в других командах, вот такие вот премки, деньги, да, и здесь просто на братстве парни собрались и поехали. Устам, этот, я тебе насчет закину, дай мне слово. Этот, вот положительная повестка, хотел как бы такой небольшой вывод сделать от себя. Во-первых, поздравляю Умуд, на самом деле очень рад за них. И добавлю, что имидж лиги, да, ее репутация, ее статус во многом зависит не только там, от нашего медиа, от организации, там, от судейского корпуса, это все понятно. Но важная составляющая часть – победа наших команд на всероссийских соревнованиях, ну и континентальных тоже. Поэтому то, что Умуд, даже если они собрали сборную мира, а другие команды разве не собирают? Они же тоже собирают такие же команды. Они берут с разных регионов, платят, вот как уже ему достались хорошие деньги. Поэтому то, что сделал Умуд, абсолютно правильно. Они чемпионы, они молодцы, и они своей победой не только себе плюсы как бы сделали, но и лиге помогли в очередной раз доказать, что Денебл Фол Дагестан – это лучшая лига России. И по организации, и по силе команд, которые там играют. Спасибо, Муслим. В заключение хотел сказать насчет сборной мира. Ну, сборная мира, во-первых, у нас наш костяк поехал, там 8-9 человек. Мы бы взяли больше, просто у ребят не получилось, да. А так все ребята, кто поехали, я бы их с радостью оставил бы в команде. Но каждый, да, в свою, там человек 7-8 идут. И я хотел бы каждого из игроков поблагодарить. И «Легион» поблагодарить Ахмада Магомедкамилова за то, что отпустил этих игроков. В дальнейшем будем пытаться, да, этот же костяк уже собрать здесь ЛФО Дагестана. И уже окончательно завершая чемпионат России, тему чемпионата России, переходя, я бы также хотел бы сказать вам о том, чтобы, я надеюсь, вы это видите, да, и на прошлой передаче мы об этом говорили, Рамазан об этом говорил, что лига будет делать паузы, да, вот о чем говорил сейчас Муслим, что это и ваша победа, но я думаю, вы согласны, что это победа и всей лиги, всей республики, потому что лига делает паузы. Мы сказали о том, что мы будем делать столько пауз, сколько нужно для того, чтобы доказать, что тот чемпионат России, неудачи наших команд, это было просто ошибкой. И сейчас вы едете и побеждаете. Вы красавчики. Пользуясь случаем.
Я тоже поблагодарю и Суба поблагодарю, который этот, уделил для нас, да, время паузу. Ну, не знаю, как решили, но тяжело бывает и Суба вот залечить на это. Да, отдельное спасибо ему. И знаешь, вот эти хейтеры, да, они же всегда будут. Там, ты не тренер, ты не игрок, ты старый, там, и так далее. Альхамдулилля, я-то знаю, что я не тренер, но, знаешь, сегодня тоже что-нибудь найду, что сказать, сборная Дагестана. Когда просто мы выезжали, нам разным игрокам по-разному там разговоры были, там, например, помнишь, мы вам товарку сгорели, 15-1, что ли? О, так было, да, ну, состава тоже не было полного, но было. И разговоры были... А? Юлдузу. И разговоры были, этот, ну, там, куда... Да-да-да, куда полностью они... Полностью скажи это предложение, мы проиграли Юлдузу. Эй, я сейчас прошлый сезон вспомню, Марат, успокойся. И были разговоры, и знаешь, это была мотивация, там, например, Мусик старый ворчит, там Баса не любит меняться, Муслимов устал и так далее. И знаешь, у меня было что сказать перед играми ребятам, да, и это дополнительная мотивация, альхамдулилля, я думаю. Всем спасибо, в общем. В общем, очень много турниров ездят, а у нас в Суперлиге всего лишь 3 тура мы провели. Все, угомонитесь, да хватит. Тебя особенно касается, Марат. Все, до весны дайте нам проводить наши туры в Суперлигу. Сейчас 11-го, иншалла. Поедем, и все. Опять проиграем. До весны. Там уже видно будет. 4-й тур Суперлиги ДНБЛ ФЛ Дагестана грядет, да, но пока не о нем, пока о том, что было в 3-м туре. А в этом 3-м туре была игра, очень особенная игра, Юлдуз-Эльбин. Юлдуз проиграл 1-0. И Марат Эсенов был недоволен очень сильно судейством этой игры, да, судил Сархан Мехманов. Один эпизод, грубо говоря, решил, да, эту игру. Марат, просматривались. К сожалению, сегодня нету у нас Шамиля Магомедова с нами по уважительной причине, главы КДК. Разговаривали вы с Шамилем? Отправляли ли Апанасенко? Он отправлял ли? Что было вокруг этого момента? Расскажи, пожалуйста. Да, после матча мы отправляли, да, разным судьям. И тот же Шамиль отправил и эксперту, да, и тот же Гиреев. Ну, все признали, что судья ошибся, и тот же сам судья признал, что ошибка была. Ну, наше возмущение было в том, что это, во время матча тоже было понятно, что там, ну, не углядеть такой момент, да, почему мы, ну, судьи ошибаются, да, и мы не первый год в футбол играем, в ЛФЛ бывали моменты, да, но когда судья ошибается, как, когда есть повтор, когда есть помощник, и помощник ему говорит, что там был штраф, ну, штрафной явный, да, и когда ты смотришь ВАР, там понятно, видно, да, там трактовать, не, ну, бывает момент, когда ты по-разному трактуешь, да, судья один трактует, а здесь... Нету такого. Все в один голос сказали, что там был штрафной, да. И мы возмутились, да. И после этого момента, да, как-то эмоционально наша команда вообще вышла из себя, да. И я уже не помню эту игру, да. Во время матча я не помнил, что там было, да. Уже, ну, дальше уже неинтересно было как-то. Судья уже когда нормальное решение принимал, я на него уже газовал, да, уже. Получается, он пошел, посмотрел ВАР, не увидел фол, а потом уже дома по телевизору посмотрел, увидел. Так получилось? Ну, после матча он, да, сказал, да, признал ошибку, что он ошибся, да. Но я думаю, что... Ты такие моменты как ключи теряешь, брат? Нет, видишь, я специально, когда он ошибся, я вышел за пределы, чтобы, да, я знал, что мне по-любому дадут, да, красную карточку, чтобы успокоиться. Я выхожу, и там трибуна, и все мне кричат, как он не дал этот фол, что, и обратно я такой, да... Захожу, и первый тайм завершается, я им подхожу и говорю, ты какой экран смотрел? Просто подхожу, говорю, какой экран смотрел? Может, там другой экран был? И он мне дает красную карточку, да, это. Выгоняет с поля. Все на этом. Сегодня захотел, вырубил, чтобы, да? Чтобы рядом с тобой Сархан сидел? Не, мне против Сархана у меня ничего нету, да, там, личного, да, просто на... Я знаю, что, что предвзятость тоже, наверное, не было, я не буду на себя, да, какой-то грех брать, там, он специально сделал. Ну, я думаю, принципиальность там, может, какая-то принципиальность, я дал, значит, дал, да, там, имеется в виду, все, я до конца буду стоять на этом. Может, такое было, да, я его лично не видел, хотел бы спросить, почему ты принял такое решение, да, еще в таком матче. У нас еще, ну, центральная игра, да, мы готовились. И перед туром проблемы, да, возникли, и тот же Абакаров, да, Ислам, температура играет, УБИ, да, сломался, и еще решение судьи, знаешь, как-то очень сильно повлияло на все, да, все это.
Еще один мой коллега, комментатор Мухтар Шамхалов сегодня с нами в студии. Мухтар, вот Марат сейчас сказал о том, что от судьи это была некая принципиальность. Да? Ты огромное количество матчей тоже уже прокомментировал в нашей лиге. Имеет место быть вот такой вот факт, да, что просто судья, приняв решение в динамике, просто исходя из каких-то принципов, как ты думаешь, не меняет решение. Даже если на повторе, может быть, по вару он увидел, что да, где-то там что-то было. Ну, часто бывает такое, что даже судьи расходятся во мнениях. Зная а самый резервный, ты имеешь? Ну, даже вот в этом эпизоде, я думаю, у него был помощник, который мог ему подсказать. И вот такие моменты это очень сильно решает. Вот вчера такой же эпизод, похожий был, я не буду сейчас называть, какой матч. Судьи расходились во мнениях. Один судья сказал, что был пенальти, другой сказал, что не был, но не подсказал в итоге ему. И пенальти был назначен. Я сошелся мнением именно с тем, кто назначил этот пенальти, так как я тоже сейчас буду практиковаться на судью. То есть я с комментирования со временем уже ухожу, поэтому я твоим коллегой тоже не буду скоро. По поводу Сархана, договорю. По поводу Сархана никогда не замечал, то есть да, ни за ним, ни за одним арбитром ЛФЛ Дагестана, что у кого-то есть какая-то предвзятость и тем более принципиальность. Единственное, что бывает такое в футболе, когда тренер или игрок уже накаляет его, и у него автоматически уже может как-то сложиться такое мнение, что нужно его как-то наказать. Но я не думаю, что это в матче Юлдуза было. Поэтому, Марат, не обессудь. Нет, там помощник подсказал. Я слышал, да, стоял, слышал, что он ему сказал. Посмотри, там, ну, имеет человек... Помощник кто был? Амирхан был. Ну, Марат, смотри. Я вот и сам, когда смотрел этот момент, да, и много читал комментариев, это все где происходило? На половине поля соперника, правильно? Кто был там? Почему команда бросает играть? Почему команда кричит, это фол, фол, и все, бежит оттуда команда и забивает. То есть это же не было где-то рядом с воротами, со штрафной площадью там и так далее. Это был фол на полной площади. Почему бросаете играть? Почему команда зацикливается на этом эпизоде и пропускает гол? Да, это большая проблема, если честно. Я признаю, что это проблема и игроков, и тренерского штаба. Да, это лично моя проблема, что нельзя, да, себе давать, да, поддаваться на эмоции. Нельзя так отвлекаться, и надо доигрывать момент, да, и вообще играть до конца. А вот, к сожалению, да, сегодня у нас такого нету. Лично я не научился, да, себя контролировать в этот момент, да. И, видишь, и вопрос к игрокам, да, тренер уже после сказал, да, надо доигрывать в любом случае, играть до конца. Но тот же, да, в моменте Абакаров и сам, он говорит, я был уверен на 100%, я просто остановился. Я, он еще другим кричит, оставь там фол. Ну, видишь, Марат, вот таких лет в любой школе футбольной говорят, играть нужно до свистка, это, наверное, да. Главное правило футбольное. Хамидов, что ты хочешь добавить? Знаешь, тут даже не предвзятость, а дело... Мухтар правильную мысль начал, да? О том, что... Ну, что, судьи переходят? Нет, нет. О принципиальности, да, есть... Для судей очень важно, да, вот свой, мы же все дагестанцы, чуть-чуть горячие, где-то вспыльчивые там. Для судей очень важно свой вот этот хасиат, свое «я» спрятать на 50 минут куда-нибудь подальше. Ну, не так, чтобы тебя оскорбляли, чтобы тебя там унижали, нет, я не об этом говорю. Там нужно проявить, да, вот желтое, красное, да. Но там, где... Стоит... Карточки бросить и уйти с поля можно, Хамидов? Так не надо делать. Ставьте этот эпизод сейчас. Нет, Иван. Я тогда ушел, потому что у меня свистка не было. Я на лигу разлился, а не на Кавказа. Я к чему говорю? И может быть, в Сархане включилось вот это вот. Вот я решил, значит, так оно и будет. Потому что я вот вижу, да, вот... Смотри, Хамидов, вот пример, может, да? Быть такое, что в Сархане включилось то, что, блин, ребята, я сужу там, чуть ли не Лигу чемпионов. Вы здесь будете, что ли, мне говорить, что там, нет? Такого не могло быть? Не, знаешь, я вот не знаю, стоит здесь это говорить, не стоит. Часто потом говорят, ты зачем так сказал, нам это неприятно. Вот у Сархана, у Дауда, да, Магомедова, они хорошие судьи, я у них замечаю частенько, да, я им это в лицо тоже могу сказать, что замечаю частенько, что... Не, чтобы не было за спиной. Ну, здесь ты считаешь, в лицо говоришь, наверное. Да, вот да. Их лицо там впереди. В лицо всей России. Да, да. Не, знаешь, вот это... Амилов, говори в лицо, что... Вот это вот отношение, чуть мы там судили вторую лигу, а здесь же любительский футбол. Не, Мурат, скажи вот так, Сархан, Дауд. Не, здесь же любительский футбол, да, и как бы чуть-чуть выше себя ставить, да, может быть... отношение, да, к этому любительскому футболу. А это, когда ты себя где-то выше поставил, ты хочешь, не хочешь, это тебе в обратку прилетит, и ты можешь вот так вот ошибиться. Да? Я к чему хотел еще продолжить, закончить эту мысль. Uh-huh. Вот Шамиль, да, наш Магомедов. Ну, когда он начинал судить, я не знаю, мне кажется,
наверное, в каждом матче у него был повод там, с кем-то выйти, там, побороться, да, за пределами стадиона. Но я вижу, как он, вот он умеет, да, вот, может быть, он правила где-то, может быть, не знает, да, там семинары не проходят. Не то, что он их не знает, но где-то хуже, чем Дауд, чем Сархан. Но вот он умеет где-то вот, где нужно чуть-чуть себя успокоить, где нужно чуть показать. Да. И мне кажется, вот в матче Эльбини Удуз именно где-то вот в этом, не знание правил даже, а именно психологический фактор решающую роль сыграл. И в один момент Сархан вообще, я не знаю, там игрока там вызывал уже драться. А что, не вышел? Таким, кого звал? Не, вообще агрессивно, эй, сюда иди там. Вашего игрока? Да, он на понт сюда. Брал его просто. А? На понт брал. Ну, я не знаю, но... И что, ваш игрок что, не вышел? Нет, не вышел, брат. У нас таких нету. Мы, короче, про Сархана больше, чем про Абу-Кураха. Нет, у нас таких нету. Поэтому вообще, да, судья более должен. И еще, знаешь, что, да, вот судья, не тот же судья, который сегодня пришел судить. Он судил сколько матчей, да, как бы, говорит, вторая лига, там, я не знаю, где он только судит, да. Ну и ошибаться такому, ну, не на надо, первый взгляд, да? Там понятно, что там штрафной. И он, когда ошибается, это больше, да, возмущение бывает в любом случае. Еще один матч третьего тура. Чарада Сана. Чарада очень резво начала этот турнир. Да, идет вверху турнирной таблицы. Перед матчем со мной, вашим, честно говоря, я думал, я здесь в студии тоже так говорил, что будет легко Чараде, но очередной раз убедился, что против Саны, наверное, легко быть никому не может. Да, и не будет никому легко. Чарада, Зиауди Магомедов, футболист этой команды. В чем сила сегодняшней Чарады вот такого сильного старта? Вы обыграли очень сильных соперников. В первую очередь это настрой, скорее всего. Ну, у нас изначально были цели в этом сезоне. Мы укрепили состав качественными игроками. Кого взяли? Вот рядом сидит Вагиф Нурахмедов, лучший бомбардир первой лиги прошлого сезона. Нет, почему все? И взяли Исалова Рамазана, молодой парнишка у нас впереди бегает, он с Легиона к нам пришел. И еще пару позиций укрепили. Ребята ушли у нас многие, кто в НФЛ, кто куда, но такой костяк собрали хороший. И у нас изначально была задача минимум, это тройка, а мы, как сейчас таблица показывает, будем бороться уже и за чемпионство. Вагиф Нурахметов, ты новичок в этой команде, да? Главный тренер этой команды, Шамиль Шамхалов, как все мы его называем, 9.6. Когда ты говорил, этого парня Умут хотел также с собой забрать на чемпионат России, правильно? Шалов повяжная в ванную в качестве главного тренера, но что-то там не срослось. И... Но он поспал. Не поехал. Насколько велика роль Шамиля, реально ли он такой хороший тренер, да? И вот об обстановке в Чараде, потому что, ну... Непростой коллектив, скажем так. Ну, Шамиль заряжает, да, своими подсказками, своими какими-то. Он и когда был в начале, когда только тур игры были, он уже вообще за пределами стоял. И он даже со стороны, когда с той стороны были, и оттуда подсказки давал, когда первый тайм заканчивался, звонил, как-то подсказывал, кого как заменить. И, ну, свою роль Шамиль по-любому играет. Вагифу Нурахмедову в Чараде лучше, нежели чем было в рядах? На данный момент результат же говорит, что не здесь. Еще одна классная команда, которая мне лично очень нравится, я думаю, многие мое мнение разделяют, это АЗС Плюс. Да? И вот в прошлом туре эта команда обыграла не кого-нибудь, а Иглс, в котором пока еще играет Муслимов. Набираете ход, не смотрите вообще на имена, фамилии. Да. Что вообще хотите в этом сезоне? Да. Очки забираете просто жестко. Да. Ну, сразу забирать Суперлигу Сайфулла Капланов? Или какие у вас задачи? Ну, во-первых, насчет расписания нашего хотели, да, поговорить. Я не знаю, что там Исуб натворил. Первые 4 тура с лидерами. Команде новичку, да, я считаю, что неправильно, да, то, что вот первые 4 тура мы с лидером играем. Ну, смотрелись неплохо в первых 3 турах. Считаю, что хороший результат пока для первых 3 туров, несмотря на то, что мы с лидером играли. Абдул-Керим, ты был одним из лучших в этой встрече, ты забил гол, да, но вот...
некоторые, в том числе и я среди этих некоторых, говорят, что все-таки в матче с вами, вообще вот в этом старте, это не тот Eagles, которого все так боятся, боялись в прошлом сезоне. Я думаю, будут еще бояться в последующих турах. Вот в этой игре чувствовалось ли, что Eagles не так уж силен, где-то, может быть, проседали, где-то, может быть, не сыгрались еще, вот новички, может быть, не въехали. Например, тот же Карим Гераев, я вот игру смотрел, ну, лично с АЗС, я имею в виду, ну, не впечатлил, откровенно говоря. Ну, мне кажется, да, Eagles сейчас разобранный какой-то. Карим Гераев тоже, мне кажется, вообще не подъехал. Наш Магомед его этот, можно сказать, просто сел, если так можно выразиться. Ваш Магомед? Алиев. А. Он первый раз пришел на нашу игру и сразу выдал такой матч, я считаю, он мог MVP тоже забрать, но сейчас этот игрок забрал. Ну, Игл сейчас вообще не в форме, не знаю. Следующая игра с Алифом, мне кажется, будет хорошая игра. С Эльбином так? С Эльбином. Тут столько тем обсудили, а я многие матчи эти комментировал, поэтому должен высказаться. Ну, по поводу Игл хотелось бы сказать. Я думаю, уже потихонечку вот эта горечь в сердце Муслимова начинает нарастать от того, что он сменил команду, потому что в Иглсе у него не получается. Не знаю, может, у них там конфликт игровой какой-то с Богатыревым, два сильных плеймейкера, да, они никак не могут этот центр поля поделить. Возможно, в этом. Так, по Муслимову завершили. Потом, Мухаммад, ответишь, короче, почему так у тебя в Eagles не получается, как будто растерянный там. Это первый момент. По поводу того нарушения, да, матча с Эльбином и Илдуз. Обычно мы, комментаторы, да, уже с опытом стараемся не вмешиваться и не озвучивать свои мысли, выносить какие-то вердикты, да, по тому или иному решению арбитра. Но в тот момент я рискнул это сделать, потому что я более чем уверен был, что там было нарушение, но это, не знаю, по мне, очевидное нарушение правил было на Исламе Абакарове. И поэтому я позволил себе это сказать в эфире. Еще один момент, когда я озвучил такую мысль, что Алиф, ну, Эльбин, да, удержал преимущество минимальное на классе, как они это умеют, сушить игру, да, это очень опытные топовые команды умеют. Но меня не так поняли из-за режиссера трансляции, который написал, что Эльбин на классе обыграл Юлдуз. И оказывается, Махач Нургамзаев это запомнил, и когда увидел меня на лиге, я заметил, что у него какое-то каменное лицо. Я говорю, Махач, в чем дело? И он мне напомнил, почему, говорит, ты сказал, что Эльбин на классе нас обыграл, когда, говорит, и у них много моментов не было, и у нас не было. А я ему потом сказал, что я имел в виду, что на классе удержали счет. Оказывается, режиссер трансляции, не буду называть его имя, так написал. Вот. И теперь Махач Нургамзаев понял, с кем им нужно побеседовать на эту тему. Не знаю, его отпустила эта ситуация или нет, но надеюсь, мы с Махачом поняли друг друга. Вот. И по поводу Сана Чарада и роли Шамиля Шамхалова. У Шамиля Шамхалова, да, у него просто на высочайшем уровне поставлен юмор. И такой команде, как Чарада, она по-хорошему дикая такая, да, не сдающаяся, которая может моментально зажечься. Такой человек нужен. И как тренер, и как человек, который может обстановку разрядить. Потому что это лучше всех получается у Шамиля Шамхалова. Фу, наконец-то я высказался. Спасибо большое. Муслимов, действительно, вот ситуация выглядит действительно, да, очень такая, ну, если не сказать, печальное, иное слово подбери сам. Вот матч с АЗС Плюс очередной раз это доказал. В чем причина? Какие-то внутренние там переживания, скажем так. Ну, как мне кажется, сейчас на этот момент, да, ты не совсем подходишь этой команде. Слушай, уже появляются какие-то разговоры, что обратно в Наполе. Вот сейчас поехал с Умудом, появятся разговоры, что нет уже в Умуд, не в Наполе там и так далее и тому подобное. Отвечай. Насчет Eagles, да там все просто команда, я думаю, не вошла в чемпионат. Не вошла в чемпионат, но она не в форме. Давайте будем честны, она не в форме. Каждый по-разному подготовлен. Те игроки, на кого, например, лично я даже рассчитываю, они не в такой хорошей форме. Плюс, если за себя отвечать, ну, это не будет ни обманом, ни отмазкой. Я с первого тура с Чарадой, с задней поверхностью, то есть потянутой ногой, то есть, ну, с травмой я играл. И мне тяжело было. А говорить, что... У меня тоже мысль была о том, что, может быть, мы с Мусиком не можем поделить, но если так взять совокупность, я с ним два раза Россию выиграл.
То есть мы вместе играли, вместе выходили там в составе и центр делили. Там, может быть, и тактика не подходит. И давайте будем честны, и у того же нашего тренера, получается, и у него свои какие-то сейчас более серьезные дела, то есть слишком много у него этот, много работы, не в плане даже этого у команды Eagles, нашей команды, то есть у него есть еще и своя работа профессиональная, где он работает в «Динамо», и именно в этот момент он сдает на категорию, ну, на «С», это очень сложно, и слишком много времени уходит на это. Вот. Как раз по поводу тренера Муслимов. Вот в прошлом сезоне, да, все неудачи Иглс в основном списывали на кого? На тренера. Говорили, вот тренер слабый, Абдулмукмин и так далее. А взяли сейчас Иглс, ну, наверное, самого такого расхваливаемого тренера концовки сезона. Да, мы помним, да, в передаче говорили, что человек буквально-таки живет футболом, смотрит, анализирует каждое касание, каждую передачу. И пришел он в Иглс, но результата сейчас нет. Не тесновато ли тебе, Богатыреву, и тоже тренера с ним вот в этой кастрюле под названием Иглс? Да нет, не тесновато. Я же так же повторюсь. То есть сейчас, как я думаю, Магомед Расулов больше на первом месте стоит его основная работа. То немного есть, не доигрался. Ну, я так понимаю. Да и, в принципе, если каждого человека взять, у каждого там немного не доигрался. Наверное, я единственного там, ну, не буду я выделять каких-то игроков. Ну, тот же, например, вот мы в 9 раз играли последний тур. Ты просто на лица ребят смотришь, думаешь, они думают, да никакой 9 утра, особенно профессионалы. Ну, тяжело, тяжело, я не могу даже, вот, я не знаю, внутреннюю кухню сказать, что какой-то там конфликт в команде есть, нет, братское отношение, честно говоря, даже немного даже удивлен был, насколько, ну, хороший коллектив, очень хороший коллектив. Ты пока выиграл? Не, я выиграл, А? Не, жизнь покажет, да. А так говорит, там, я в Наполе перехожу, Умуд даже предложение делал, чтобы переходить. А вот в чем дело, Умуд еще предложение не делал. Ты что, невеста, что ли, предложение делать? Так, Рустам, с твоего позволения, я хотел бы несколько слов комплиментов о ЗС Плюс сказать. Да, они заслуживают. Очень симпатичная игра ЗС Плюс. Какой бы соперник перед ними ни стоял, они стараются через короткий пас выходить из обороны в атаку. Это всегда вызывает восхищение, когда вот не боится команда прессинга, когда прессингуют там тебя такие серьезные футболисты, которые очень хорошо это умеют делать. А эта команда, собранная из молодых, не особо известных игроков, они играют смело, дерзко, через короткий пас. Вот вчера я смотрел матч Тоттенхэм против Манчестер Сити, да. Ну, Сити был фаворитом, но Тоттенхэм даже вот у себя во вратарской штрафной линии старался низом играть, хотя там Холланд прессинговал, Фолдинг прессинговал, кто только не прессинговал. Но они ошибались, да, они привезли третий гол. Но тем не менее они старались играть через пас, гнули свою линию. И в этом плане АЗС Плюс меня очень сильно восхищает. Команда действительно старается вот в своем стиле играть. Ты думаешь, это Муслим сейчас в чемпионате будет какой-то новый лидер там из новых команд, например, ту же Чарду возьмем, или кто-то появится, мне вот интересно тебе такой вопрос, да, тот же Умуд даже. Вот. О, я болею? Не болеешь. Вот ты как считаешь? Вот ты же матчи комментируешь. Я, например, ну, не смотрю все матчи. Например, вот ты видишь, каждая команда как играет. И вот как ты считаешь, вот за три тура, вот там Мезея говорит, типа, то, что они могут сейчас за чемпионство побороться. Вот за, ну, три тура всего лишь прошло. Вот ты, ну, что можешь сказать? Это Чарады, вот этого. Вот, та же Чарада, например. Не, АЗС, я думаю, они сами для себя задачи. Я даже видел, кто-то из ребят сказал, задача, ну, закрепиться. Это нормальное явление, да, вот. Вот я из-за этого спрашиваю, вот, например, там у Чарада, ну, даже Сирона, да, как бы не было, вот смогут ли они составить конкуренцию тому же Эльбину и Наполи? Я думаю, у Наполи и у Эльбина фундамент покрепче, чем, ну, и Сироны, наверное, уже тоже можно сказать, чем у Чарады. Чарады, в принципе, на них никто не ставит. Это, конечно, их раскрепощает, поэтому они так воодушевленно играют. Но как только вот верхняя часть таблицы и ноль графе поражений начнет на них давить, как в свое время давил на Сирону, их начнут по-хорошему кусать и в группе, и везде, и во всем информационном пространстве. Вот выдержат они это или нет, это большой вопрос. Мне кажется, могут не выдержать, несмотря на их хорошую игру. На этот вопрос Иглс в прошлом сезоне дал нам ответ. Да, дал. Иглс не выдержал. Сирона в первое время не выдержал. Муслим, а вот... из-за этого мы самая немедийная команда.
Самая немедийная. Да, мы поэтому никуда, ни в какие группы не Седона добавляемся. Седона тоже пыталась спрятаться от пиара, от хайпа, но не получилось, их не оставили. Первый раз вчера, по-моему, на этом проекте. Аня, хотя 9 приходил. Мне вот нравятся цитаты по этому поводу Гайрбекова. Да, часто его цитирую, когда комментирую. Он говорит емко, коротко и по сути. А вы думаете, на решение легко? Это очень тяжело. И я понимаю, что со временем это начнет давить на чараду. Вот вы справитесь ментально с этим, станете чемпионом, не справитесь, тоже где-нибудь топ-5 будете максимум. Рамазан, вот о медийности команд, да, вот говорит Зиаудин, что вот мы не медийные. Вот, они же сейчас начали свою медийность поднимать с прошлого тура со мной. Со стойки, да? Пользуясь случаем, этот фу в телеге. Да, да. Вот это немедийность команд, да, да, порой, да, которая отвергает наши предложения, да, явиться сюда, да, вот на нашу передачу. Вот да, с этим что мы будем делать? Нам ведь нужны медийные команды. Мы будем фокус с них смещать. Да. Сегодня вот мы общались, тоже так, с таким скрипом чарада шла на эту передачу. Я сказал, хорошо, если не идете, тогда ваш матч не будет центральным. Ваш матч будет 9 утра постоянно каждый. 9 утра. Вот, кстати, тоже хорошая идея, второй инструмент. Не приходите в 9 утра. 9 и 6 не обидно. 9 утра играете, да? Да. 9 и 6 утра, понял? Да. Да. Поэтому вот Чарада, все остальные команды, да, нужно приходить. У нас любительская лига, где очень важна медийность, да, и помимо вот результата игрового обязательно... Я думаю, и всем спонсорам тоже этих команд, это важная очень часть, приходить, общаться, чтобы люди знали название хотя бы этих команд, потому что большинство там названий... У нас нет спонсора. Бисмар не спонсирует Чараду случайно. Бисмар? Не-не, Бисмар это просто дочерняя команда, фарм-клуб. В общем, вот таким вот интересным получился у нас третий тур, да, и уже в эти выходные состоится еще один, очередной четвертый уже тур. И у нас вновь в центральном матче Илдус, но уже с Чарадой, да, и все главное событие этого тура АЗС плюс Эльбин. Давайте начнем, наверное, с матча АЗС плюс Эльбин. К сожалению, ребята из Эльбина сегодня в нашей студии нет, они очень уставшие, вернулись в Сочи. Не получилось у них сегодня к нам сюда вот явиться. Ребята из АЗС плюс Эльбин идет на серии из 3 побед, то есть очков эта команда еще не теряла. Я более чем уверен, что в матче с вами тоже они эти очки терять не собираются. Эльбин, опять-таки при всем уважении к Иглс, да, сегодня это не Иглс, это другой уровень, другая планка. Ничья в этом матче. Это хороший результат для вас? Или также вперед на победу и ничего, кроме победы? Да, я считаю, что Эльбин самая сильная команда у нас прямо сейчас в лиге. Самая укомплектованная такая по составу, по игре. Нам просто нужно перебегать их, как сделали с Иглсом. Просто перебегать. Мы понимаем, что у них возрастные игроки. Просто постараться прессинговать на каждом участке поля и не давать им просто пространство. И, ну, надо чуть побегать. А то, что результат, то, что уготовили нам, да. Ну, смотри, Сайфула, игроки у них, может быть, и возрастные, но у них очень длинная скамейка, очень много замен проводит Эльбин. Тогда как, когда я смотрю на вашу скамейку, у вас там практически никого не бывает. Иногда бывает, а Заурбек сидит там, чай пьет один в одиночестве там, да. Вот с этим, ведь скамейка, она тоже очень важна. Да, скамейка, были проблемы со скамейкой. С Сироной была проблема, то, что в субботу поставили нашу игру, ну, в тур поставили. Опять субботу, да. Да, молодые пацаны были на тренировках, не смогли подъехать. Я не знаю, как мы могли просто поставить на субботу, обычно по воскресеньям же играем. А вот на эту игру должны все собраться. У Абдураизова прошла дисквалификация, да. И минимум 4-5 замен у нас хороших таких будет. Вот с Иглсом даже с одной заменой мы справились. Хватило себя, да? Главное просто не ловить, да, панику какую-то. Просто играть в свой футбол, даже если ты выигрываешь. Там, ну, пацаны молодые, да, иногда чуть не справляются. А просто то, что сзади у нас аккаунт стоит, он всем управляет. Вот это все помогает, да, молодым. В основном от него все зависит. Шалапов, от тебя хотел бы коротко содержание и результат вот этой игры. Твое мнение?
Какой игры? О которой мы говорим. Ты где был вообще? Будущее или которое Азиас плюс Эльбин? Нет, которое прошлое было, которое Азиас плюс Иглс выиграл. Вот это. Не, я просто в себя ушел чуть из-за Иглс. Я понял, брат. Думаю, Анатолий уже как разговаривают про Иглс, прикинь. Азиас плюс Эльбин. Азиас плюс Эльбин. Получится много денег. Так, я думаю, Эльбин на классе выиграет. Чуть злые они, думаю, оттуда приехали. Вот, я думаю, они на классе выиграют. И у них скамейка действительно большая. В один мяч, я думаю. При Марате на классе не говори, да, я тебе говорю, это очень опасно. Как? Какой Марат? Да, на классе победить. Не, это не знаешь, так. Так тоже списывать АЗС плюс не буду. Они как загадка в этом сезоне всех, честно говоря. И нас тоже они обыграли же в стыках. Вот. Поэтому АЗС плюс тоже не списываю. Просто действительно Эльбин на уровне Дагестана, они топ-игры показывают пока. Да? Не дают сомнений, повода для сомнений. Ну, еще хотел бы сказать, вот такие игры помогут нашей команде просто показать себя. Мы здесь для этих игр. Ну, вероятно, у нас не получится там за чемпионство побороться. А вот была бы такая игра там в конце сезона, где Алиф там шел бы на чемпионство, и мы бы просто, когда вот без напряжения, мы просто показали бы себя. А вот, ну, сейчас тоже постараемся, да, себя показать. Именно... Ну, то есть напряжение, конечно, играет для вас огромную роль первого сезона. Да, у нас нет напряжения, наоборот, у нас нет никаких задач. У нас не платят денег, у нас играем, да, все друг друга знают. Все давно вместе играем и просто поиграть и просто показать, показать себя. Тоже едем иногда, нет. Да. И показать себя, да, в этой лиге. Не знаю, что сам показалось. Вот прошлую игру смотрю, такое ощущение было, что игроки АЗС плюс просто не знают, с кем они играют. Вот как будто они пришли, вот бывает там, с кем-то играют, с кем играют, не знают, кто играет, не знают. Просто максимально легко, максимально самоотдача. Сейчас особенно вот этот парень, да, я его фамилию не помню, имя тоже, но восьмой номер. Пора бы. Да, в сборную, главное, номинировал, да, не помню, как зовут. Просто на него смотрю, он так... В сборную не ты, а я номинировал. Я его туда включил. Смотрю, он нагло так играет, принимает, разворачивает, что-то делает. Сейчас на передаче тоже Eagles не тот. Ну, ты понимаешь, да, вот они вот, не то чтобы уважения нет, у них страха нет перед соперником, как будто они не знают, кто у них в соперниках, да, и это... В каких-то матчах это и злую шутку может сыграть, но в таких матчах, где напряжение нужно снять, мне кажется, что у этой команды большое будущее. И знаешь, вектор меняется, как будто развитие любительских команд. Если в прошлом году было где-то больше история про самоотдачу, про там, желание какое-то, а сейчас у нас больше вот в сторону юности, молодости переходят такие команды, как... АЗС плюс, да, которые вот молодых собрали, у которых авторитетов нет, носятся, бегут. И вот, ну, как бы, вот эти тренды, да, меняются в любительском футболе. Вот как Россия. РФС проводил Россию, там все автобус ставили. Потому что, не знаю, может быть, там уровень игроков слабее был, там поле маленькое. А вот Минспорта, то, что, ну, то, что Умуд выиграл турнир, там уже было видно, команда играет больше в футбол. Ну, может, класс игроков сказывался. Ну, Керим Нурулаев, расскажи, кто ты есть, Хамидов, и потом Муслиму телефон, чтобы он знал уже про тебя. Расскажи, пожалуйста, какой ты гигант в футболе? Где ты занимаешься? Я раньше в Анжи играл 5 лет. Прикинь, Хамидов, он в Анжи играл с этого уровня. В академии. В академии. Потом меня оттуда убрали из-за физической кондиции. Кто тебя убрал, тоже скажи. Это уже не важно. Из-за физической кондиции, ты каким худым был чуть-чуть? Да. Ну, сейчас тоже такой же. А сейчас где ты сейчас тоже нет, не тренируешься? Сейчас я с Динамо 2 тренируюсь, но я пока еще не заявлен. Угу. Не знаю, заявят или нет. И вот здесь Шалапа говорит, на классе Эльбин обыграет. Вот это тоже прокомментируй, пожалуйста. Эльбин вас на классе обыграет. Не, ну Эльбин, я считаю, сейчас самая сильная команда нашей лиги. Они могут обыграть, но мы тоже не выйдем туда просто так смотреть. Будем рубиться с ними, посмотрим. Поле покажет. Муслим, добавляй. По поводу матча Эльбина и АЗС плюс. Обе команды исповедуют комбинационный футбол. Я думаю, там, если посчитать, можно будет по передачам, ну, по количеству. Да, по количеству передач они могут и код установить, потому что и те, и другие будут стараться мяч держать внизу и у себя.
Вот, поэтому игра будет красивая, я считаю. Но такая команда АЗС Плюс, она удобная для Эльбина, потому что они играют, в принципе, в одинаковой манере. Поэтому, да, я тоже склоняюсь к тому, что Эльбин выиграет, но неразгромно. Не на классе. Не на классе, думаю, да. Все-таки, ну, добавлю, что удобный соперник АЗС Плюс, да. Главный матч четвертого тура Йылдыз Арада. Опять Йылдыз в главном событии, несмотря на то, что прошлый свой матч вы проиграли, Марат Эсенов. Кого ты хочешь видеть в качестве арбитра этой игры, скажи, пожалуйста, нам. И насколько важно это будет для вас теперь? Честно, Сархана. Нет, честно, я хотел бы. Как раз он нам должен, да? Да, да. Я думаю, судья... В футболе часто такое бывает, да, когда судья ошибается и во время игры, да, потом должен реабилитироваться перед командой и всякое позволяется. Поэтому будем рады только. Скажи, скажи, Кама, что хотел? Или напомнить хотел про прошлый сезон, ну, смотрите, хотел напомнить. Чарада, Сана матч смотрел? Я был там на стадионе, да. В концовке был? Да, да, был. Все понял, не рассказывай ничего. Я был, видел все. Чарада очень сильная, Чарада. Йылдыз против такой большой Чарады, там Сулеймана, все. Здорово, ребята, у вас, кроме Махачана Ургамзаева, остальные такие. Какой футбол надо играть, как побеждать, что говорит ваш... Главный тренер, он, кстати говоря, еще главный тренер ваш вообще. Остался он у вас? А куда ему еще деться? Конечно, остался. И команда Йылдыз, та же команда Йылдыз. Ну, как ты знаешь, я не знаю, может, ты не смотришь наши игры, да? Мы играем тот же один и тот же футбол, да? Имеется в виду контроль мяча. И я знаю, Чарада, я всегда считал Чараду самым неудобным соперником, да? И как и Сану, это однотипная команда, честно говоря, очень много борьбы. Они просто снова обыграли. Да, ну, имеется в виду, такая же команда, да, и думаю, здесь чуть-чуть и больше подбор игроков у Чарады, больше плюсов и скамейка, ну, скамейка тоже имеется, да. Я не знаю сейчас в нашем матче, сколько у него будет запас, ну, на скамейке, да. Также ждем. Мне интересно, у Саны сколько будет запасных? Ну, Сана уже не интересна для меня, да, я жду, ну, куда готовиться, кому готовиться, как говорится, да. Это шутка, честно сказать. Мы поняли, Марат, мы же смеялись, как ты говорил. Да, главное, чтобы смеялись. Чтобы не было, да, сейчас после моих слов обратно рассмотрели, там удалили, там. Не надо, не делайте. Арада. Нужно побеждать, нужно сохранять свои лидерские позиции. Вот такой вот Йылдыз злой на судью, на самих себя после поражения. Нужно их обыгрывать. Каким образом? Йылдыз тоже играет, кстати говоря, вот такой же футбол, похожий, да? АЗС Плюс в центре Абакара, вот эти поперечные передачи, постоянные карусели. Вот с этим всем как бороться? Все-таки Чарада играет немного в другой футбол. Тоже впереди столбы, забросы, скидки. Ну, похоже на футбол Саны чем-то. Да, если честно, с самого начала сезона они нас и в отборах обыграли. Ну, мы тогда еще первый матч у нас с ними был. Они приехали как раз с турнира. Все в... Не, в хорошей игровой форме, и мы только, которые собрались, ребята, ну, обыграли они нас. Конечно, у нас есть должок, надо вернуть, но я изначально нашим ребятам тоже говорил, что Йылдыз для нас очень тяжелый соперник, и я думаю, и в лиге он один из самых сильных сейчас. Поэтому никакой там недооценки, наоборот, только спортивная злость. И, как вы говорите, вот у нас сейчас подряд, по-моему, идет Йылдыз, Наполи, Сирона. У нас задача стоит максимальное количество очков в этих трех играх набрать, а дальше у нас уже там команды из нижней части таблицы идут. Поэтому мы будем играть сейчас вот эти три тура со стопроцентной самоотдачей. Да. Агиф, одним из слабых мест Чарады, на мой взгляд, является ее сверхэмоциональность. Чересчур вспыльчивая команда, да, часто возникают какие-то конфликты, красные, желтые, удаляют. Ну, вы сами сказали о том, что в конце прошлого сезона был удален ваш тренер, поэтому пропускал начало этого сезона. Я уверен, что эта игра, она будет просто гореть, пылать, потому что Йылдыз тоже очень эмоциональная команда. Вот с этим как-то уже вы об этом говорите, переступить за эту грань, да, опять вот эти разговоры потом с КДК, общение, я думаю, это все уже не нужно в первую очередь вам. Ну, ты говоришь, что мы оба эмоциональные команды, и буквально пару минут назад ты им говоришь, то, что с такой Чарадой, такой большой Чарадой, так сказать, кроме Махача у них никого нету. Но их команда посмотрит, подумает,
Как понять, кроме Махача никого нет? Мы что, не бойцы, что ли? Мы что, не игроки, что я ли? Я имею в виду просто по габаритам. Вы мощнее. Ну и выйду таким же, да, еще заряженным, даже не футбол играть, а сразу биться жизнь. Ну, так сказать, чтобы эмоционально, пока нас не тронут, мы тоже никого не трогаем. Мы же в футбол пришли играть. Нас задевают, мы отвечаем. Так и играется. Там говорят, как говорится, играть так же, и мы играем. Ничего такого сверхъестественного не делаем. Прогноз на этот матч от тебя? Ну, даст Аллах, мы выиграем. Счет? Счет, чтобы обидно не было, пускай будет минимальный. На последней минуте, чтобы Сархан ошибся. Есть кому что еще добавлять? У нас время уже на исходе. По поводу Чарады, ну, мне кажется, что... Не знаю, сейчас я скажу, опять потом... Они настроятся. А ну ты говори или не говори. Они настроятся, да, да. Если ты не хочешь, мы потом вырежем просто. Да. Короче, смотри, мне кажется, что Чарада это команда эмоций. Команда эмоций 9.6, да, команда эмоций, там реакции на чьи-то комментарии, на чьи-то там, на что-то одно сообщение их может зажечь. Выиграть сезон за счет таких эмоций невозможно. Вы же не будете каждый тур искать, кто там что в WhatsApp написал, да? И каждый матч на эмоциях выиграть тоже невозможно. Поэтому, мне кажется, Чарада... У нас были примеры, когда команда 3 игры выиграла, а потом в нижней половине заканчивала сезон, да? И вот я говорю, усилились в этом сезоне. Но я не, кроме Рамазана и Сау, я особо усиления не увидел. Тот же самый состав и... Вагиф сидит, да? Ну, Вагиф хороший футболист, да, но не так, чтобы... усилиться и выиграть Суперлигу, да, грубо говоря. То есть Арсена Асаева ты не считаешь, да? Или ну, Арсен Асаев с Ахцахом. Хорошие игроки, плохих игроков нет в Суперлиге. Но ты говоришь о чемпионстве, ты говоришь о медалях. А я говорю, что вы играете за счет... Да, у всех команд хорошие игроки, но вы играете за счет эмоций. На сезон эмоций не хватит. Плюс ко всему, мы все забываем, что у нас будет плей-офф. Плей-офф, о котором мы очень давно мечтали, хотели. То есть этого состава Чарды не хватит, чтобы стать чемпионом? Я думаю, что они даже, ну, пятые, шестые, это их потолок. У меня вопрос к Чараде. У вас скоро будет, ну, трансферное окно. У вас есть вообще планы или средства, чтобы усилиться? То есть реальные планы есть стать чемпионом или нет? Планы есть, средств нет. Чтобы вообще болеть за вас, топить или нет? Планы есть, средств нет. Ты же только что говорил, у тебя спонсоры есть, говорил. Я говорил наоборот, у нас спонсора нет. Ну вот поэтому нет, потому что вы не стараетесь. В плане медиа и всего остального. Нам это не интересно особо так, это медийность. Ну, я поэтому, вот топить, Мурат говорит в группе там, да. Как-то за счет эмоций. Мы вот наоборот 9.6 ругаем, там в руководстве у нас есть отдельная группа, чтобы он не писал этого всего. Это, если ты думаешь, что нас это как-то задевает, это, нам это никакое... Это, не, нет, нет, Мурат, нет, 100%. Это только вот он пишет там, как-то пытается разогреть эту игру, и это только для него. Ну, самый эмоциональный человек у вас на поле кто? Ты? Я, да. А что ты говоришь? Не, ну это у меня не из-за этого, я про это вообще забываю. У меня я просто загораюсь во время игры. Все понял. И про Eagles тоже хотел добавить. Эту команду не надо списывать со счетов, почему? И не надо думать, что Муслимов и Богатырев друг другу мешают на поле, потому что... Посмотри с Бикинезом, моментов 10 они упустили. С АЗС тоже забей свои пару моментов в начале. У них сейчас вот на самом деле... Не, никто не списывается, что? Не, ну уже Игл... Разговор шел о том, что какой Игл сейчас, Игл... сегодня? Не, ну у них проблема, вот Муслимов правильно сказал, 7 немного не до Иглс. И за счет этого у них мяч ворота не идет. Посмотри, как Газиев сыграл. Он плохо сыграл первых трех туров, ну не очень, да, неважно. Там он сыграл прекрасно в этом, в Сочи, да. Муслимов и Богатырев вместе, ну, одно насажение было на них смотреть. Поэтому я думаю, с учетом того, что у нас будет плей-офф, и Eagles имеет кубковый опыт, я думаю, эту команду рано списывать. И мотивация у этой... Ну, как бы, знаешь, кто-то говорит, что вот они там 3 игры в том сезоне проиграли в конце, сейчас 3 игры выиграть не могут. Ну, типа, руки опустились, играть не будут. Даже если они здесь чемпионами в регулярном не станут, еще плей-офф впереди. Но туда надо еще попасть. Так, можно... Когда я хочу услышать грамотный, аргументированный прогноз на ту или иную игру, я начинаю говорить. Вот. И, ну, по поводу Eagles, им нужен центральный нападающий. Муслиму, вам нужен центральный нападающий. Гайрбекова нет, вам нужен центральный нападающий. Некому за мячи цепляться. Вот. Это Карим Герай, брат. Ни один человек, если он захочет, у него даже мяч не сможет забрать. Ну, это мне такого... кажется, Гайрбеков лучше цеплялся за мяч, чем он. Тут мотивация, да, мотивация. Видишь, он придал, например, уверенность тому же защитнику АЗС Нура, АЗС Плюс,
который будет вот, когда он с Рустамом будет, например, сейчас играть, который сейчас будет приедет сюда мотивирован, вот тогда можно будет проверить, хороший ли он защитник или нет. Вот, а когда такой профессионал приходит, Карим, которому, ну, как я считаю, то, что, ну, вот я приду, я, ну, хочу отдаться команде, то есть, чтобы выиграли тогда, ну, ему это не нужно, он лишний раз травму не захочет получить. Мотивация надо поднять. Ну, видишь, тот же, того же Али Гайрбекова, он где сейчас? Вот, вот тоже вопрос. У него тоже свои дела, у каждого свои проблемы есть. Вы же знаете, сейчас проблема появилась у людей. Вы все прекрасно знаете, просто не хочется поднимать. Тут реально это серьезная проблема. Тебя тоже эта проблема коснулась, да? Тебя тоже коснулась? Нет. Смотри, а зачем тогда нужен такой Карим Гераев, который приходит и говорит, я профессионал, мотивация нет, зачем вы его зовете? Ну, человек тренируется, приходит в 9 утра, но он не подготовился, да. Ну, нету людей, ну кого мы поставим хорошо? Кого ты поставил бы в центр нападения? Муслима Богатырева поставим. Альберта нету его, он живет в этот на Умре, да. Человек, ну, у каждого свои, я же говорю, у каждого свои. Есть у людей становится, ну, случаются проблемы. У кого-то проблемы случились тогда. Просто я же говорю, тут все это слова ты не будешь говорить, что происходит и так далее. А если взять вот, например, тот же Иглс, ну, они с Наполи, сейчас они шикарный матч выдали. Что говорить, о счете, при счете 0-0 чистейший пенальти не ставят. Ну, это просто железобетонный пенальти. Я не знаю, как. Ну, бывает. Бывает, ладно. Бывает. Ну, сами... Прогноз хотел Рустам тоже вот по поводу главного события. Я пока, Максим, минуту, да, вот меня вот, как меня злит, когда вы говорите, вот всех слов здесь не будешь говорить. И нам просмотры нужно говорить, и да, все слова здесь, которые вы хотите. Братья, вы так давите на Иглс, вы надеетесь, что они не поднимутся, что ли? Я могу привести пример, есть такой тренер Аллегри, да? Он тоже лысый, кстати, как Мамасик. Он первые матчи, да, 2-3-4 тура может сливать, а потом выигрывает чемпионаты. Здесь то же самое может быть. Как раз ребята форму набрали сейчас на России и потихоньку иншаллах будут побеждать. И чуть-чуть отойду от темы. Хотел бы сказать, Умут чемпион России и футбольная, так скажем, да, сторона России знает Умут, но не знает, что это медицинский центр. И хотел бы огромную благодарность им высказать, что они нас поддерживают. И мы выбили 20% скидки для всех абсолютно желающих первые 2 месяца, кто назовет промокод LFL Умут. Так что приходите, Акушинского, 18, город Махачкала. А ты молчишь, как фехавал Баба Юрт. Рустам, прогноз тоже хотел по центральному матчу Йылдыз Чарада. Считаю Йылдыз большим фаворитом этого матча. Объясню почему. Хоть я болею за Чараду, считаю Йылдыз фаворитом. Во-первых, вот после той, да, после той недосказанности в матче с Эльбином, да, когда вот спортивная злость накопилась, естественно, вся она польется на Чараду. А Чарада, наоборот, все свои эмоции оставила в потасовке после игры со мной. Не знаю, какая-то благо. Плюс ко всему, у Чарады, скорее всего, дисквалификации тоже будут. Скорее всего, будут. У них будут потери тоже. И вдобавок, мне кажется, Чарада удобный соперник по игровому стилю для Йылдыз. Так что вы встраните, короче. Так получается. Но болею я за Чараду. Болею за Чараду. Но считаю фаворитом Йылдыз. Потом опять говорят, что Махач на тебя не так смотрит. Если ты на всю Россию заявляешь, что болеешь за это. А так, как ты можешь говорить про кафе «Халал», приезжаешь, бабают, кушаешь, там, что по кайфу. Я же, я говорю, рекламируй, говорит, люди рекламируют. Заливают бензин, бомбу, бензин, залили, потом Азерис. Братья, я извиняюсь, Руси Гостенко попросил передать 72 проект, приходите, колд брю пить, бомбовый. Рамазан, это все так вот очередь можно большая, они как 82 проект. Заправили бензин здесь, и потом, короче, их заправку закрыли, прикинь. Не, нашу заправку открыли, да. Открыли, и, да, уже? Да, да, короче, да, мы для Иглса делаем капельницы, потом 72 колбрю и все, что вы все... И заправляемся. Начали молчать про Иглс. Да, да. Я скажу, да, до конца тоже момент, давай. Да? Да, да, имеется, говорим. Нашу заправку открыли, да, думаю, некоторые закрыли. Вот все проезжают, заправку что ли привезти или что? И Мара. Вот все проезжают, да, вот. Просто вот некоторые же братья заезжают, заезжайте. Хорошо. Там промокод Марат скажите, и все нормально будет. АЗС Люкс, АЗС Люкс. АЗС Люкс. Да, качественный бензин. Все, друзья, на сегодня хватит, операторы уже устали наши. Нас впереди с вами ждет интереснейшая процедура Face to Face. Эльбина нет. Да? За Эльбин выскочишь ты, Хамидов? Газовать. Нет от Эльбина никого, от АЗС. Тогда главный матч Йылдыз Чарада. Марат Эсенов, а Чарады кто? Зиаудин Магомедов. Давайте.
А Зия будет играть, да, вообще? Я всего лишь комментатор. Рамазан попросил просто. Вот так просто. На камеру. Муслимов, ты хочешь face-to-face с Муслимовым? Все понятно уже. Я подумал, все ясно уже. Я хотел сказать, что Муслим Муслимов в прошлый сезон, он, чтобы вы понимали, мой родственник, односельчанин. Просто представляете, как он выжимал против Чарады. Я отправлял этот, как его, пару интервью его. Так ему дорога закрыта в наше село. Кто будет комментатором матча? Каким? Какого вашего? Еще да. Не ясно пока. Ну, здесь уже ясно, что не Муслимов точно ты уже, кто нет? Ты чтобы комментировался? Чтобы ты комментировался. Хорошо, я буду комментировать тогда ваш матч. Итак, друзья, уже в это воскресенье четвертый тур Суперлиги ДНБЛФЛ Дагестана. Центральный матч этого тура Юлдуз-Чарада в 17:00 по московскому времени обязательно будет вещать РГВК Дагестан. Ну и, конечно же, этот матч покажем и мы на своем YouTube-канале ДНБЛФЛ Дагестана. И, как мы уже говорили, перед этим матчем тоже очень интересное событие, соглавное, Эльбин АЗС Плюс. На сегодня все. Огромная благодарность. Берегите свое здоровье. Всем салам алейкум.